тебя слышит, в принципе, дольщики это прекрасно понимают, что 214 закон, который позволил строительство долевое строительство, он был принят на федеральном уровне депутатами, был выработан депутатами, его принимало государство. И в рамках этого закона ООО с уставным капиталом 10 тысяч рублей собирали от граждан денег на строительство жилья. Почему граждане должны де-юре знать, что их обманут? Они же не юридически грамотные. Для чего тогда существуют те люди, профессионалы, которые принимают законы и так далее? То есть люди, надеясь на государство, надеясь на закон, думают, что он их защитит. Но в данном случае защита не произошла, поскольку этим законом воспользовались воры-застройщики. И надо признать, что вина в текущей ситуации, когда люди вышли и здесь стоят, и мы сейчас говорим, лежит на плечах тех, кто принял этот дебильный закон. По-другому я никак его назвать не могу. И те формулировки, которые я очень часто слышу, что, мол, а что не выходит? Мол, они же сами виноваты, сами вкладывали деньги, ни о чем не думая. Это неправильная формулировка. Виноваты и те, кто сделал закон, принял закон, который позволил нажиться ворам-застройщикам.